Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый небольшой интересный видеоролик, который будет наполнен солнцем, морем, машиной, эмоциями и много еще интересного. В общем, ставьте лайк, я не затягиваю, пишите комментарии в процессе просмотра и погнали в новый видеоролик. Прикиньте, я устроил ПХД в тачке. Я уже даже и забыл, что здесь, если убрать нашу полку, так много места. Гляньте, я сижу сейчас полностью сижу на диване, вот, и у меня ноги даже не дотягиваются до этих кресел. Прикиньте, какой простор. Да, конечно, теряется багажник. Сейчас посмотрим на Настенкину реакцию. Чё, сынок? Смотри, ты уже не помнишь такого? Иди сядь. Квартира. Прикинь. Смотри, я даже ногами не дотягиваюсь. Офигеть. Представляешь? Вот это простор. Да. Мы обычно ездим, у нас вот так эта сидушка. Камера вряд ли передаст этого расстояния, но окей, у нас есть полка. Да. Представляешь, сейчас я покажу вам Настенку, как она смотрится. Видали? Ну, у нас это вообще коротыш. А? Потолок, да. Ну, я сейчас это, мылом почищу его, потом пропылесошу всю грязь. Да, сынок? Просто, прикинь? Сынок? Прикинь, простор. Шикарно, сколько места. Да, но при этом, если так ездить, то у нас просто получается, багажник будет очень маленький, чисто для чемоданов. У нас не влезет наша полка. Вот, ну, мы и задвигаем. Но в любом случае, у нас в машине все равно просторно, очень. Но вот так, это просто мега-бомба, я не знаю. Ну да, и стол выделан, то вообще пространство. Вот можно дать две сидушки, вообще выкидываешь отсюда, сюда делаешь модуль переносной, и вот у тебя дом полностью автономный. Вот так вот, сюда еще поворотку поставить. Вот это. Сегодня прям полная генеральная, я выкинул все ковры, все прочистил, все сидушки специальным средством я сделал, пылесосом все собрал, но все равно, но это еще не высохло. Осталось только потолок, он белый, средства нету больше. Наверное, сейчас его как-нибудь кубкой или щеткой. А обычно мы ездим вот так, вот про что я вам говорил, диван до сюда. И тогда и полка влазит, ну и, в принципе, простора тоже очень даже достойно. Так, помыл вот этот кусок, значит, крыши. Такой думаю, не, походу нет эффекта никакого. Ну, типа, да? А потом голову поворачиваю такой, ну нифига себе, либо здесь, конечно, есть. Тогда продолжаем. Так, я, в общем, еще подраил эту сторону. И теперь смотрите, как получилась эта сторона. Видали? Вот даже есть оттенок, вот это чистая, вот эта еще сторона нет. Но все пятна вокруг этой штуки вообще ушли. Да, теперь надо весь потолок пройтись, убрать вот это вот все говнецо, которое есть. Вот здесь отчетливо видно, вот это я уже убрал, это еще нет. Смотрите, как сейчас будет. Видите, как очищается потолок. Мы пришли пообедать в наше любимое место здесь, местное столовое. И здесь объявление, что с 30.11 не будет работать до февраля. Вот так вот, консервация. Ну ладно, мы прям здесь рядышком зашли в другое кафе. Такие же супы заказали, мерчимек чорба. Вот такая подача, огурцы, помидоры, лимончик. Так, и супчик. Будем кушать, приятного нам аппетита. А принесли еще огурцы, Настенка схватила, думала, это нормальный огурец, а он очень-очень острый. Неплохо вышло, на 120 лир, 4 супа, 2 чая, хлеб, нарезка, помидоры, острые огурцы. Сегодня так жарко, что мы решили после обеда, уже 4 часа дня, смотаться до пляжа. Здесь вроде как, в 3 километрах от нас есть клевый пляж. Сейчас вместе поедем и посмотрим. Нам ехать 8 минут. Мы приехали. Слушайте, мы пока ехали, так смотрели, как классно люди живут. У них прям виллы вот прям на берегу. Спустился по обрывчику и все. Здесь получается такая вот парковка под эвкалиптами. Здесь запах такой крутой вообще стоит. Есть дома, люди стоят в автодомах. Ну и, собственно, вот, пожалуйста, бухта. Сейчас быстренько переодеваемся и идем купаться. Мы переоделись.
взяли полотенчик. Вон маленькие кричат, потому что увидели козлят. Здесь даже душ есть. Здесь галька. Пляж не очень-то широкий. Но я думаю, что... это и хорошо, потому что песок... Это еще та история. Вот у нас есть небольшой кусочек солнца. Сейчас сразу пойдем потрогаем водичку. Ногами. Полотенце оставляем. Ой, надеюсь, тепленькая. Ой, слушайте, ну на самом деле уже не такая уж и тепленькая. Но искупаться, конечно, очень хочется. Поэтому сейчас снимаем шорты и пойдем купаться. Идем купаться. Берем камеру. Ой, здесь так мелко. И долго я буду идти. Слушайте, здесь такие огромные булыжники. Не знаю, будет вам видно, не будет. Они еще и скользкие. Кайф. О, солнце. Все. Кайф. Мне кажется, градуса 22, может 21 сейчас вода. Ух, недалеко от берега. Так, мальчишки тоже хотят. Насенка им сказала, не надо. Я говорю, что такого-то, пусть идут. Ой, Тёмка погнал. Тих-тих-тих. Ох, слушайте, я вижу дно, но дна я вообще не достаю. Ой-ой-ой, ладно. О, Тёмка нырнул. Волочек. Как же мы давно этого не делали, серьезно. Ой, что-то так осели. Ладно, давайте нырнем. Родион, ты только не разбегайся, там камни. Просто зайди аккуратно. И они скользкие. Давайте нырнем. Надеюсь, ничего не будет. С каким же видом мы купаемся. Смотрите, какая красота. Вон козочки. Детки, козочки. Вообще не холодная ни разу. Так. Но. Из воды вышел. Солнце припекает. Я говорю, сюда нужно приехать покупаться до обеда. Например, там завтра, может быть. Там есть пирсик. Попрыгать с пирсика. Даже есть скалы. Можно и со скал попрыгать. Здесь еще сидели турки. Отдыхали, подошли к Мирончику. Зацеловали его, объяснили, что он очень похож на сына ее брата. Короче, Мирончик вообще звезда. А еще сюда ходит рейсовый автобус цифра 2. Вот он останавливается, забирает людей, ну и наоборот, привозит. Вон, посмотрите, какой крутой вид. Там, где пальмы, вон туда едем за рыбой. Здесь, видите, марина припаркованная. Ну, это, видимо, такие рыбацкие чисто судна. И вон где написано как раз Балык Сатис Яри. Это и есть такая небольшая палаточка, где продают свежая рыбка. С утра сюда привозят. Ну а вечером приходим, мы докупаем ее. Добиваем. Там же и чистят. Сегодня выбор классный. Папа, ты кто такой? Вот Денис. Чупра 150. Кефаль 80. Папа, кто это такой? Так, барабулька 200. Смотрите, какая огромная длинная рыба там плавает. Я говорил про это, вот я и заорал. Ничего себе. Так кричишь, хоть как будто мы упали. Думал, вообще здесь упал. Огромное количество рыбы. Там такая огромная. Взяли мы. Смотри, какая огромная. Видел. Вообще. Да. Вот ты же говорил, там хищная рыба плещется. А там, вот там папа, ну только что подплыла, она была вот такая вот. У нее глаза вот такие вот, как у нас реально. Да, она размером с нас. Да, и такие у нее такие полушки странные. Да, пойдем еще понаблюдаем немножко. Пойдем.
Это вам коротко о рыбке, которую они увидели. Так закричал, мы подумали, что из них в воду упало, и они всего лишь рыбу видели. Взяли мы эту кефальку, 3 штуки. Единственное, что нам здесь ее в этот раз не почистили, потому что он говорит, все закрывается, уже все помыл. Я говорю, ну ладно, тогда на стенке сегодня не повезло. Не-не-не, так ты будешь чистить. Не-не-не. Сейчас монетку будем бросать. Но я точно знаю, что кошаки сегодня будут довольны. Я часть своих обязательств выполнил, я почистил рыбку полностью. А теперь на стенку будет все это дело готовить. Решили делать в духовке. У нас теперь духовочка есть, да, кто не знает. Поэтому будем запекать. Да, помимо духовочки. У нас во дворе еще есть, пожалуйста, печь, мангальчик. Но совсем не хочется сегодня заморачиваться им. Поэтому духовка. Пока мы готовим, мальчишки здесь зарубятся в Майнкрафт. И смотрите, какую мы штуку... Ага. Сейчас мы пойдем. Сейчас. Мы сейчас пойдем в нашу территорию и покажем вам. Вот уже самый лучший диск наш. И сейчас послушайте музыку. Вот так вот, музончик заряжает, пацаны. Такая порционная история. Приправка. Шик-шик-шик-шик. Рыбку, фольгу. Здесь же вместе в фольге будут закидываться овощи, брокколи, цветная капуста, перец, баклажан, помидор. Все это дело заворачивается. Кстати, кто-то недавно спросил, что за приправа. Вот, пожалуйста, эту приправу еще покупали в России. Такая же приправа и для шашлыка. Вот, покупали в России. Все, вот, пожалуйста, раскладочка, раскладочка, раскладочка. Вау! Бум-б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 ум
вываливаются вот так вот брокколи, баклажанчики. Такой стоит дымок тут. А тут Настенька тоже что-то раскрывает. Плекс, вот так ее вот на тарелочку. Пытаюсь вывалить. Оно же все соки поваливались. Так, фольгу мы не едим, понятно. Бляха-муха, все развалилось. И там, бляха-муха, еще одна. Наивкуснейший у нас сегодня вечерочек будет. Так что не будем вас дразнить, будем садиться кушать. С вас лайк, комментарий. И до нового видеоролика. Пока!